Всем привет, я Антон Слепаков из группы «Вагоновожатые». Обычно очень редко говорю публично о том, что волнует, но когда дело касается убийства животных, молчать нельзя. Хотел бы обратиться всем тем, кто считает возможным носить изделия из меха, пересмотреть свои взгляды по этому поводу. Во-первых, это всегда убийство. Если бы вы видели, с какой жестокостью убивают тех животных, шкуры которых вы используете в своей одежде, одевая их на несколько холодных дней нашей календарной зимы. Если бы вы только присутствовали при этом процессе, я думаю, что ваши взгляды могли бы измениться. Я бы мог, конечно, попросить вас потратить 5 минут вашего времени и посмотреть ролики, как это происходит в интернете, но я думаю, что вы не будете это делать, это неприятно, страшно и так далее. Ну, несколько пунктов. Мы находимся совершенно не в той географической точке, где нам просто необходим этот мех. Второе. Сейчас очень много модной дизайнерской одежды, которая вполне могла бы удовлетворить ваши эстетические потребности, совершенно никого не убивая. И третье, просто пригласить вас на акцию, которая называется «Кутро Офф», которая пройдет в воскресенье 2 октября, старт в 13:00 с Олимпийской. Все подробности по ссылкам ниже. Приходите.